Приветствую вас, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Мы продолжаем играть черепашки и ниндзя-легенды. Ежедневные награды. Так, за Лигу Сёгунов мы получаем с вами реворд. Отличненько. Так, ну что же, давайте, наверное, выполним сразу с вами задание. Открыть колоду, конечно же. И хотелось бы мне посмотреть, ребята, насколько нас скинули после последнего нашего захода в игру. А это буквально было вчера. Дайте-ка я по-быренькому гляну. Так. На Лигу Самураев 2 звезды. Вот так вот, ребята, нас с вами сбросили. Это с Сёгунов 1 звезда. Быстро довольно-таки. Ну, я этому не удивлен, так и должно быть. Потому что мы зашли с вами в первые часы игры. Там еще, как говорится, народу не было. Никто не играл. А теперь все стабилизировалось, все, как говорится, выровнялось. И вот теперь уже начинается действительно серьезная игра. Я имею в виду именно на арене. Ну, поэтому мы с вами и будем играть в нее. Так, сейчас мы сделаем с вами... Зэк, ты где там потерялся? Я уже думал, какого лешего его тут нету. Все отлично, все хорошо. Так, Лео делает вертушку. Крис делает контратаку. О, Рафик делает провокацию. И все, ребят, хорошо. Смотрите, что сейчас у нас будет. Мы их быстренько раскурочим, практически моментально. Нет, нет, этого не надо делать, Острозуб. Вот зачем ты сделал провокацию? Ты сам себя подписал на смерть, если честно. А вот, Лео, с твоей стороны, конечно, вертушку я бы приберег. Вот как раз вот на эту пачку. Зачем ты ее потратил? Сейчас я ума не приложу. Крис делает защиту, мы это прекрасно видим. Соответственно, наша команда становится просто убер непробиваемой. И... мы наказываем их, конечно же, всех будем наказывать. Так, давай, Раф, молодец, Малорик. Так, этот хиляет, ладно, бог с ним. С Бакстером, с этой мухой. Сейчас мы... упс, не пробил, Крис, почему ты не пробил, а? Ты же должен был. Ого, а почему они такие сильные? Ребят, такого не должно быть. Как они так умудряются выживать? Вот Лео, если бьет, так он бьет на самом деле. Крис, кстати, неплохо бомбит. Так, ладно, сейчас мы с вами, наверное, Бибопа распинаем, я думаю, да, и после этого примемся Рокстеди валить. Ага, так, Крис бьет, теперь, Зэк решил бомбочку сделать, но она, видите, не сработала. Мы не замедлили скорость. Тыдыч, да, Лео пробил Рокстеди, и мы с вами побеждаем, соответственно, забираем ревард. Все, ребята, я обещаю пройти, заняться вплотную именно вот этим вот смятением из другого измерения. И все никак не могу до него дойти, если честно. Все никак не получается, кто-нибудь да погибнет. Я знаю, что вот здесь будет сложновато, это факт, потому что здесь будут одни черепашки, там, по-моему, 3 волны. И там вообще жестко как-то они бомбят. А мне бы хотя бы вот до сюда дойти, было бы вообще солидно, а там уже можно было бы как-то и расширить свои границы, например, уже потом вот это взять, потом как-то вот сюда. Блин, и хочется, и колется. Да, ребят, я знаю, что там очень сложно, очень сложно. Так, ну что, нам сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Вот давайте, наверное, мы в первую очередь вот это сделаем с вами. И будем повышать, естественно, нашего Ивана, конечно же, ребят. 58-й, буквально чуть-чуть осталось 2 уровня до 60-го, а там он уже у нас стопорнет. Там придется нам его просто-напросто прапывать. Ну и давайте искать, в конце концов, ДНК на наших персонажей. Кто у нас тут в ближайших поисках сейчас? Ага, вот, вот, ребятули. Интересно, нет, ну сейчас мы не найдем все ДНК, сколько нам нужно. Хотя, смотрите, прет вроде бы, нет. Нет, как всегда по стандарту 2 ДНК, не больше и не меньше. Нет, они могут меньше дать, но больше вряд ли. О, видели, да? Одно ДНК дадут, наверное. Ну, это все специально, это все специально. Но зато он буквально вот чуть-чуть, и мы его с вами прапаем. Буквально 5 ДНК не хватает нам. Ладно, потерпим, это все, ребят, терпимо. Так, Гекка, Монда Гекка, давай мы его тоже, ребят, поищем. Тут всего лишь 3 попытки. И 2 ДНК, это 100% мы должны от него получить. А третью дадут? Нет, третью не дают. Он потихонечку, но, ребята, движется, как говорится, к тому, чтобы его прапали. Так, секундочку. Давайте, наверное, мы все-таки... Кейси или же... Блин. Или же... Давайте же... Нет, Джастина не сможем. И Кейси, наверное, да, не сможем? А нет, смотрите-ка, Кейси можем найти. Так, одно ДНК нашли. Кто-то говорил, что я по завершению серии оставляю много сыра.
Ребят, я могу, честно говоря, просто, знаете, в запаре это упустить. На самом деле я всегда, вы знаете, тратил сыр перед выходом из игры. Всегда тратил сыр. А по запаре мог и забыть. Так что вы уж не обессудьте, что вы так прям нападаете на меня. Не тратишь сыр, эй, да, ой-ой-ой-ой. Все будет отлично, ребят, не волнуйтесь. Все хорошо. Давайте мы с вами заберем весь мутаген из нашего старого друга мутагеноида. Как вы знаете, займет это не так уж и много времени. А можно, знаете что? Нет, ну вы сказали, снимай все на камеру. Я уже сколько раз предлагал вам сделать много чего за кадром, но вы настаиваете, чтобы это было все в прямом эфире. Ладно, будем делать все в прямом эфире. А так бы я первый бой, например, и последний, когда мы уже с вами заработали кучу мутагена. Так, ну вот согласитесь, почему так у нас мало дают опыта? Всего лишь 5 экспочки, 5, причем независимо. Хоть он 10 уровня, хоть он 50, все равно нам дают 5 экспочки. Несправедливо, я считаю. Так, потные ладошки он сделал. Мне вот этот удар его просто, ну, не то что смешит, но потные ладошки, да? На самом деле он какой-то, я бы назвал бы это токсичный снежок. Вот я бы назвал бы. Но никак не потные ладошки. Потные ладошки я бы назвал удар, когда он прыгает и ладошками стучит об землю, нанося повреждения всем моим героям. Там, да, такое ощущение, что он действительно вспотел и просто решил, как говорится, проветрить свои ладошки и вытереть их просто об асфальт. А когда он в нас бросается вот этой вот фигней, слизью, ну никак не потные ладошки. Это, я говорю вам, потный снежок, елки-палки. Или кислотный снежок. Так, ну что, у нас последний с вами бой. 1500 мутагена на кону. Естественно, мы его заберем сейчас. И пойдем, мы пойдем с вами куда-нибудь. Так, сегодня мы обязательно сходим на арену. И, скорее всего, мы попробуем пройти какое-нибудь одно из испытаний. Потому что у меня начинается рабочая неделя. Видосиков в ближайшее время не будет, ребята. Так что наслаждайтесь пока тем, что я уже успел снять и уже выложил. Кстати, многие ребята говорят, или, может быть, не замечают, что выходят видосики. Они у меня там не показаны все на начальном, на титульном листе. Вы, ребята, подписывайтесь через колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. Только в этом случае вы точно не пропустите ничего. Так, ну что же, давайте зайдем с вами на турнирную арену и посмотрим, с кого мы начнем. Так, кто такой Угур? Может, Игорь? Не знаю, ребята. Так, кто? Ляма или Ламия? И Юрий. Ну, я думаю, что мы начнем с Юрка. Давай, Юрец, немножко с тобой поспарингуем. 38 уровни. 38 уровни, да? Значит, мы... У нас 5 откатов. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем. Ну, все прекрасно уже догадались, что я собираюсь тут провернуть. Наверное, новичок, который только появился у меня на канале, не знает мою стратегию в этом плане. Ну, вот смотри, как она делается. Хоп! Да, и малыши вроде бы сыграли, да? И мы с вами получаем за это все, естественно, бонусные очки. За счет бонусных очков мы с вами и продвигаемся. Так, а я думаю, что мы сегодня зайдем, наверное, может быть, даже на Сёгун. Две звезды, конечно, я очень сильно замочил, да? Ну, а почему бы нет? Вдруг нам повезет. И мы с вами доберемся до туда каким-то макаром чудесным. Так, ну что, малышей мы с вами отыграть должны. Как ни крути, я не собираюсь, чтобы они там у меня просто-напросто просидели втихомолочку в уголке. Нужно их, естественно, реализовывать. Так, давай-ка мы вот отсюда начнем. Хоп, и опять все отдыхают. Так, мы, кстати, с вами к северу тоже немножко начали качать, надо не забыть. Хотя всех тоже, мне кажется... Кто-то, кстати, писал, почему я не прокачиваю в данный момент Леонардо. Ребят, я не прокачиваю его потому, что за один уровень мне нужно сплавить 20 тысяч мутагена. 20 тысяч. За 20 тысяч мутагена я могу прокачать слабеньких персонажей. А мне нужно их прокачивать, чтобы я мог, как бы вам сказать, реализовывать вот именно на ринге больше своих юнитов, чтобы мне продвигаться дальше, не применяя, например, того же самого Леонардо. Ну, я надеюсь, вы понимаете, к чему все это идет и для чего. Так, Кирилл, Лео и Джоз. Кирилл, Лео и Джоз. Ну, давай начнем, наверное,
Ну давай, Кирюха, фиг с ним, давай с тобой подеремся. Так уж и быть. Так уж и быть, мы с вами деремся с Кирюхой. 44 уровень, я думаю, что Леонардо также их с одного удара, ребята, запечатает. Кстати, да, у меня еще, ребята, получается такая ерунда, что я восстановился в тренировках. Начал опять же, ребят, заниматься своим любимым видом спорта. И опять же вам скажу, это будет отнимать у меня львиную долю времени. То есть, если раньше я приходил с работы или что-то там мог сделать, я снимал видосики. Теперь я буду ходить на тренировочки. Соответственно, видосики опять же уменьшатся. Уменьшится их количество. Да, вот так вот. Надо, как говорится, к отпуску подтянуться. А то обрюхавился я что-то слишком уж чересчур. 120 килограмм — это как-то перебор, по-моему. Так, ну что, Лига Самураев, поехали. 3 звезды. Ух ты. Так, давай, наверное, мы будем с Павлушей на этот раз драться. Мы будем с Павлушей. И опять же, Леонардо мы с вами откатываем. И вот так вот применяем. Как раз, ребят, когда у нас дойдет до конца экрана, то есть еще одну битву мы с помощью Леонардо проведем, а дальше будем уже своими силами тут разруливать ситуацию. Поехали. Йоху! Упали. Я ничего другого и не ожидал. Мне бы очень сильно хотелось бы получить себе, знаете кого? Платинового Усаги. Блин, это вообще, наверное, убер. Ну, кстати, шредеры тоже, тоже хороши. Слушайте, по-моему, ребят, мы сегодня не дойдем с вами до Сёгуна 2 звезды, но до 1 звезды уж точно доберемся. Это я вам обещаю и гарантирую. А вот дальше... Просто я сейчас как-то смотрю, смотрю и немножко поражаюсь этому всему. Да, Шреддер, кстати, сколько у нас там 3 ДНК, да, нужно, чтобы прокачать Шреддера? Надо будет зайти в магазин, посмотреть, что у нас там в ближайшее время будет на прапывание, на получение героев. Так, ну что же, мы здесь с вами опять же победили, я в этом не сомневался нисколечко. Двигаемся далее. Так, и 41 место, да? 41 место, позиция 41. Вражок у нас, видите, вражок. Заверните в пирожок. В общем, становится сильнее у нас враг. И вот, ребят, последний откат для Леонардо. Последний откат. И последние мои маленькие юниты, как говорится, вступают в бой. Потом уже будем своими силами. Блин, действительно, ребят, не получится у нас сегодня все гнать. А так, казалось, все будет хорошо и просто, но нет. Не хватает мне как раз вот этих вот, ребята, билетиков на откат, понимаете? А их можно заработать только одним путем. Нет, можно заработать их 2 путями. Первый — это донат, а второй — проходить, как вы, эти ежедневки. Да, за серию ежедневок мы получаем с вами 5 откатов. Ну, донатить я не собираюсь. А накопить их за счет прохождения ежедневок, ну, это, ребят, ну, нереально их накопить, на самом деле. 5 даются. Сколько я в день могу? По-моему, 1 раз пройти, да? Там очень долгий откат. Ой, ну что ж, все, ребят, своими силами начинаем. Так, 50-е уровни. Вот я возьму, наверное, погоди-ка, наверное, вот здесь я все-таки возьму. Тут серебряные у нас герои, персонажи. И мы берем с вами так. Возьму Кирби, Карайку, возьму Змейка Вьюна. А уже здесь я, блин, так вот что ли попробовать? Хорошо, давай попробуем таким макаром. Ну, что-то как-то я немножко сомневаюсь. Нет, мы их, конечно, сейчас замедлим с помощью Зека. Вот замедлялку мы вешаем. Ага, дальше что? Блин, хорош. Кто? Блин, Шреддер сейчас хилку врубит свою, да? Ведь врубит же. Или нет? Была не была, пробуем. Я рискую. Фух, нам повезло. Нам повезло, что железная голова очень хорошо бомбанула. Если бы хоть кто-нибудь выжил, наверное, у нас бы кто-нибудь упал. Тут очень был большой риск. Да, ребят, мы с вами в Сёгун 1 звезда добрались. Ну, времени еще много у нас, я имею в виду, до конца недели. Но для меня в то же время мало, потому что большая часть этой недели у меня уходит на работу и на тренировки. Так что я даже не буду вам обещать, что мы попадем в Лигу Сёгунов 3 звезды. Но мне бы этого очень сильно хотелось, как и вам, наверное. Ну что ж, продолжаем бой. Так, Алексей. Ух ты, Лешенька, тезка, да, значит? Так, Андреас и Баудин. Хм.
заманчиво. Баудин, я буду с Баудином драться, потому что у него много серебра. Серебряные герои. Так, а что же у меня получится-то? Мне хватит еще на один бой. Раф, а так, раз, два, три, четыре, пять. Твою ж маковку, ребят, получается, это у нас последний с вами бой. Не хватает героев, к сожалению. Или же сделать чуть-чуть по-хитрому. Взять вон там малышей. Но это очень опасно. Очень опасно. Кто у нас с провокацией? Только лишь Раф, да? Только лишь Рафаэль у нас с провокацией. Если мы с вами, например, даже... Черт подери. Ну, давай вот так вот сделаем. Я, ребят, рискую. Очень сильно. Очень сильно рискую. Делая вот так вот. Блин, подожди-ка. Да, у меня больше нету. Черт подери, 31 уровень. Если Рафаэль не успеет, ребят, встать в провокацию. Нет, я все-таки, наверное, вот так вот сделаю. Все-таки я сделаю вот так вот. Рахзар уж точно должен успеть. Но если он не успеет, то Рафаэль его перестрахует. Так. Ну что же, давай, Рахзар. Отлично, теперь бомбим. Тут у него нет хил. Нет, есть хил. Микеланджело у нас хиляет. Не забываем об этом. Так, что? Берем провокацию еще на Рафаэля. Все, теперь будем, ребята, расписывать их. Так, давай. О, молодец, Рафаэль. Круто ты сделал. Смотрите, 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 что он делает. Пумс. Блокировал, да, мне способность. Но, в принципе, для меня это уже... О, вот это опасно было. Вот массовая атака. Плюс постепенно он повесил, гаденыш, на нейтрализатора. Да не только... Ай! По-моему, сейчас у меня кто-то отдуплится. Хила здесь нет у меня. Да ёпрсете, блин. Вот я и боялся как раз вот этого, что мы с вами потеряем одного из персонажей. Я никак не думал, что постепенно повесится на нашего пульверизатора. По-моему, так его величать. Эх, обидно. И у нас 74-я позиция. Так, ну что же, давайте последний с вами заключительный бой на арене сделаем. И я возьму, знаете кого? Вот эту команду. Ксавьер. Испанец, что ли? Ну ладно, неважно. Так, раз... Ой, я просчитался. Ё-пэрсэте, я просчитался, ребята. Блин. Ну нет, наверное, смысла брать. Или есть? Заколбасит же. Ладно, фиг с ним, попробуем. Взял новобранца какого-то себе на свою голову-то, а? Ну, давай крик для начала. Здесь нам нужно ликвидировать с вами кого? Естественно, Бакстера. Бакстера как будто и не было. Ну, лисичку сейчас уничтожат. Я вам точно говорю. Так, погоди-ка, если мы вот так вот зарядим. Слушай-ка, а если вот так еще? Ать! Ну, естественно. Ну, откуда он мог еще бомбануть? Ну, конечно же, по самому слабому моему герою. Надо было не брать. Надо было не брать. А тогда все равно бы, чтобы мы не брали, или вот то, что мы потеряли, у нас получилось бы одно и то же количество, ребята, бонусов. Так хотя бы я попытался. Ну что ж, 59-я позиция. Вроде и хорошо, и в то же время плохо. Я немножко недоволен. Ладно, ребята, переходим с вами в испытание. И я хочу, знаете, во что сыграть. В городская война тени на солнце. Мы, пожалуй, начнем. Хотелось бы посмотреть, каких мне еще для этого дадут персонажей. Ну, ладно, хорошо, фиг с ним, ребят. Дали трех сильных. Это Рахзар, Зек и Крис. И слабенькие. Поехали, будем бомбить. Ух, так, разыгрывается у нас здесь ДНК на кора. Я думаю, что здесь можно, естественно, ребят, поставить на автобой. Потому что буквально 3-4 боя у нас здесь будут проходить на изи. Никакого сопротивления здесь вообще не будет. А уже дальше, конечно, придется немножко повоевать. Ага, распинали, отлично, поехали далее. Вот у нас Лео, вот у нас Карайка. И обоих мы в расход пустили. Отличненько. Не придраться, не прикопаться. Так, мы с вами зарабатываем ДНК на Карайку. Вот здесь вот нормально получаем по 25 опыта. Так, следующий у нас идет Донателло. Конечно же будем бомбить и Донателло. Естественно, никуда она от нас не денется из наших могучих
рук, из наших потных ладошек. Так, ага. Забомбили. Переходим на вторую волну. Ну, здесь у нас обычные дроны. 4 штуки, сейчас они здесь и полягут. Блин, ну Ванька мне, конечно, нравится. Нравится. Мне нравится его, как сказать, система боя, да? У него граната, у него пулемет. Ну, вообще, такой жесткий, крутой, брутальный чувак. Еще такая форма у него. И причем этот кастет, да? С кастетом он ходит. Так, ладно. Что же, у нас ДНК на Донателло получаем, да? И следующее там у нас кто? Я что-то не... А, морозильная кошка. Блин. Тут сладкие такие реварды. У нас тут шинигами, лисичка. А у нас кто-нибудь после... Нет. Эпизод 8 это последний, но... До него я никогда не добирался. Или добирался, но не проходил это точно. Так, здесь я тоже, ребят, на автобое, потому что, ну... 30 уровень, я думаю, это не показатель для нас, да? При нашем самом минимальном 53-м. Кстати, Бакстера тоже надо прокачивать. Так же, как и Ваньку. Потому что у него тоже массовые атаки, довольно неплохие. Даже я бы сказал, что у Бакстера больше атак в плане того, что у него маузеры, да? Это массовая атака. И плюс смертельная волна. То есть две массовые атаки. Я уже там не знаю, какая еще есть у него там последняя, которая откроется. Атака. Или у нас тут все открыты? Нет, по-моему, не все. Или все? Слушай, а мне вот это интересно. У нас у Бакстера, что-то мне так заинтересовало. У нас у Бакстера все открыты навыки или не все? А, все, ребята, все, да. Ну вот, смотрите, вот это вот массовая атака. И вот это массовая атака. А это, к сожалению, не массовая. Но зато бомбит тоже неплохо. А у Ваньки, давайте посмотрим, что у него. Из массовых атак я знаю только одну. Вот. Ах, подожди-ка. Обстреливает врагов. Кстати, вот, у него появится еще один массовый спецудар. Надо будет прокачать. Это на каком? Это, наверное, на 60 уровне, мне кажется, откроется. Ух, хотелось бы получить. Тогда вообще будет убер. Берем Стиранка, да, берем Бакстера Стокмана и просто отжигаем. А если еще у нас и Леонардо, плюс Рафаэль со своей провокацией, да и Зек, то вообще просто всех будем уничтожать. Ладно, ребят, продолжаем с вами испытания. И мы... Погоди-ка, не в майке мне нужен, мне вот это надо. И мы с вами вот сюда идем. Здесь разыгрывается ДНК Микеланджело. Естественно, нам нужно ее заработать. Так, слушай, тут какие уровни я просмотрел? А 40-е. Я думаю, что автобой здесь вполне сгодится. Мы здесь должны разрулить. Так. Кстати, вот не понял, зачем Крис сделал свой суперудар атакой, атака ногой. Он бы пригодился. Вот, например, вот здесь. Снесли. Так, провокацию берет у нас Рахзар. А Раф тоже возьмет провокацию, мне кажется, да? Ну-ка посмотрим, успеет ли он взять ее. Он не успевает. Так, а мы переходим к последней волне. Тут у нас Донателло, Микеланджело и морозильная кошка, как ни странно. Ладно. Опа, фига мы Микеланджело ударили, ребят. Да, Рахзар, ты молочек, конечно. Оп, граната полетела. Довольно неплохо, да, так прижучило. А, у них 45 уровень. Я думаю, почему так быстро мы и легко разобрали? Они же слабенькие. Вот все из-за этого. Ладно, двигаемся далее. Двигаемся с вами далее. Так, тут мы с вами все отлично. Следующий у нас разыгрывается это Эйприл. Эйприл Кунаичи, по-моему, если не ошибаюсь. Это не обычная Эйприл, это именно Кунаичи, да? После того, как она постигла мастерство ниндзюцу. Погодите, что-то я тут... А, ладно, попробуем, ребят, так. Я поставил просто на автобой, я хотел, думал, сам. Но, слушай, а мы довольно неплохо держимся, смотрите-ка. Ну зачем ты? Ну зачем ты сделал это, Бакстер? Мог бы и просто ударить бы своей лапой, и все, и было бы хорошо. Ага, так, тихо, минус, минус. Так, а посмотрите, у нас, ребята, пониженная атака по ним. С чего бы так вдруг-то, а? На-ка, упади, отожмись. И распрощайся с жизнью. Так, третья волна, блин, я уже хотел сказать последняя. Так, Кейси, Донни и два стрелозада. Пумс. Слабо, как-то слабо ты бомбанул. Ну-ка.
Отлично. Блин, Кейси не... Вот, 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 теперь хорошо. За... Да зачем ты, блин, тут все потратил, все свои суперудары? Ну, Бакстер, ну, ёпрсте, ну... Ну, что это за дела? Я, ребят, сейчас сам буду здесь играть. Ну, это вообще ересь. Так, нам нужно, наверное, Лео атаковать в первую очередь. Ну, давай так просто ударим. Навскидочку. Так, делаем дополнительную с вами защиту. Вот так. Теперь стреляем. Отлично. Так, теперь, наверное, нам нужно заблокировать способность. Сможем, нет? Не смогли, нифига. Ну-ка, так пробьем. Пробили. Ну все, а дальше тут, ребята, автобой доделает свое дело. Кунэйчи нам здесь ничего не сделает. Наверное, да? Нет, ничего не сделает. Мы этих дронов, естественно, тут уничтожаем. И добиваем Кунэйчи. Ой, да, Кунэйчи, ёпрсте, я же думал, заговариваться стал. В спешке-то все в спешке. Все спешим куда-то. Ну что же, неплохо, мы идем с вами. Смотрите-ка, 125 опыта получает, и мы с вами получаем ДНК на Эйприл Кунэйчи. Ну что, пробуем с вами эпизод 6. 65 левел у врагов. Буду играть сам, 4 волны. Да, тут уже, ребята, не забалуешь, если честно, не забалуешь. Сразу чувствуется урон, сразу абсолютно чувствуется, ребята. Давайте мы поставим, наверное, дополнительную защиту. Она нам нужна будет здесь. Ой-ой-ой-ой, зачем я так сделал? Ребята, тут же контратака. Смотри-ка, нам повезло. Так, мы снизили, ребят, защиту. Минусанули. Так, давай этого халабуду сейчас завалим. Что ты делаешь, а, паршивец? Двигаемся дальше, это вторая волна у нас. Ну, тут все легко. Стрелозад и три дрона. Я даже не буду здесь, ребята, особенно тратиться на свои суперудары. Обычными пинками должны их здесь завалить. Так, тихо, задержись, родной. Что он там делает-то постоянно? А, он усиливает атаку себе. Вот с усиленной атакой ты мне здесь, парень, извини, не нужен. Во, молодец, Рокзарчик, подтянулся. Так, давай-ка бомбанем, наверное, да, вот так вот. Слушай, пол здоровья отняли, а если вот так добьем? Добили. И последний тут халабуда у нас остался, мы его сейчас... Так, по Крису, отлично. Что ты, блин. Так, у нас нет хила здесь. Поэтому здоровье восстановить мы не сможем. Еще два дрона и два стрелозада. Ну-ка, давай бомбочку эту, гранату бросим. Угостим их маленько. Так, постепеночку повесили. И теперь вот так попробуем. Тукс. Слушай, ну по красоте идем. Давай добьем, наверное, его. Так, слушай, вот этого... А, мы можем вот так сделать. Во, так будет, наверное, лучше. Так будет лучше. Зачем? Вот зачем я сейчас это сделал? Ребята, я не подумал, что влепил. Когда он у меня стоит в провокации, да? Рокзар. А, все, провокация упала. Ну, ладно, тогда не зря. Тогда не зря. Четвертая волна. Лиса. Так, надо бомбочку бросать. Или нет? Давай-ка, наверное, мы вот так сделаем лучше. Теперь, наверное, выпускаем маузеров. Ага. Ой-ой-ой, упадет сейчас у нас, ребят. Может упасть. Блин, уронили. Ладно, хорошо, фиксим. Главное, мы пройдем этот этап. На, получи. Не хочешь? А если так? Упала лиса. И Кейси мы сейчас тоже должны вырубить. Все. Вот как-то так, ребята. Должно все это было дело произойти. Ну... Конечно, Бакстера Стокмана я, честно говоря, не рассчитывал здесь терять и не хотел. Но так легла карта. Слушай, в эпизод 7, наверное, и смысла нет туда суваться, потому что тут 75 уровни. Причем практически все они 75 уровня, а у меня 70-го. Но я все равно попробую, я такой, я настойчивый, настырный. 5 волн, ёпрсте, не, зря я сюда рванул. Прибежал, называется. Ё-моё. Они нас сейчас распишут здесь быстренько. Поверьте мне. Давай защиту поставим, наверное, дополнительную. А фиг ли делать-то? О, свою задницу оголил, гадёныш. Тынь-тынь-тынь-тынь, стреляй. Да, Ванюша, конечно, у нас вместе... Я не видел, чтобы они какой-то дамаг нанесли. Просто все впустую, ребят. У них дополнительная защита.
Давай тогда мы тоже сделаем так, провокацию фиксим, так уж и быть. Пробьешь? Ну, Крис Малорик. Вот все хорошо, да? Провокация Рокзара, это все замечательно. Но она действует всего лишь один раунд. Всего лишь один, ребят. Это плохо. Мы только лишь на вторую волну попадаем, а у нас тут уже практически здоровья нету. Ё-моё, что же делать-то будем? Давай я так, волну. Фух. Нифига себе, я даже не ожидал, что так получится. Сейчас начнется веселуха, да? Фух. Контр. Ребята, контр-атака, причем на всех. Практически. На. Так, давай-ка мы, что он делает? Ё-моё, он бомбит. Твою ж дивизию, что ты натворил, а, за серия? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, Розар ответку дал. Ой, Ваньку, подписал Ваньку под смерть. Нет, он выжил. Он выжил, но, ребят, третья волна из пяти. Герой все меньше и меньше у нас. Давай так вот, контратаку. Сработал, да, немножко не туда, куда надо. Давай вот так вот сделаем, фиг с ним. Так уж и быть, блин, потрачу эту бомбочку. Все, держал, держал ее, приберегал до последнего момента. Отлично, минусанули. Так, что он там? Массовыми атаками, ребят, бомбят. Смотрите, что делают, а, гады. Прохиндеи. На. Добили. Получи сапогом в морду. Четвертая волна, блин, ну. Ой-ой-ой-ой-ой, тут Леонардо, тут Микеланджело. Ну, давай я попробую так вот сделать. Конечно, вряд ли нас выручит. Нет, ребят, здесь мы с вами и поляжем. Угу. Ну что, Лео сейчас будет хиляться стопудово, да? А, у них тут два хила, еще и морозильная кошка. Еще и скорость повысили. Печалька, конечно. Ну, я попытался, я постарался. Я думал, что все-таки у нас что-то получится. Но видите, что ни шиша у нас тут не получается. Да, Зак упал. И мне сразу взгрустнулось. Естественно, морозильная кошка лечит. Еще он не потратил хил у Леонардо. Не, ребят, все тут бесполезно. Воу, массовая атака, да? Нет? Что это он тут мне пасхальным яичком решил напугать? Ха-ха-ха. Вот Крис, ребят, кстати, у меня уходит уже на второй план. Знаете почему? Потому что у него нет массовых атак. У него есть одиночные атаки. И это меня немножко опечаливает. Ну что ж, дорогие мои друзья, вот наш предел, докуда мы с вами дошли. Это до седьмого эпизода. Седьмой эпизод мне, к сожалению, не дался. И вряд ли мне дастся с такими героями, которых мне предложили. Но это все равно неплохой результат, я считаю. Я думаю, что вы меня в этом плане поддержите. Так, давайте мы здесь обменяем ДНК. Мы еще хотели с вами потратить весь сыр, хотели посмотреть, что у нас в магазине. Хватит ли у нас на что-нибудь или нет. Так, ну, здесь, блин, а вот большой соблазн. Слушай, а я куплю, наверное, да? Я куплю. Мы еще с вами накопим обязательно, ну вот, надо было купить мне. Так, что у нас? О, о, ребятули, вот оно. Вот оно, долгожданное мое. 408, как же вы медленно копитесь. Вот именно эти жетоны, они так медленно копятся. А ведь я хочу открыть себе слэша. Вы, надеюсь, не забыли про это, да? Так, ну ладно, давайте, кто у нас там? Шреддер. Хе-хе-хе-хе. Улучшаем, ребята, конечно же, улучшаем нашего Шреддера. Ух, по красоте, и у него, ребят, опа. Открывается новая способность. Кретины идут в бой. Первая ступень. Шреддер призывает помощников, чтобы те разобрались с его врагами. Разрушитель увеличивает силу атаки на 20%. Так, я понимаю, только себе, да, он увеличивает силу атаки на 20%. Ну что же, это хорошо. Мы можем его теперь, ребята, апать. Спокойненько. Смотрите-ка, 40-й уровень, даже 42-й у меня получает. Ух ты, конечно, будем улучшать. Смотри-ка, силу атаки на 40% уже. Нифига себе, было на 20, теперь уже на 40. А следующий что, на 60? Круто, круто. Вообще круть. Так, давайте вот здесь тоже обменяем. Ну, в данный момент у нас нет проблемы, ребята, с этими сюрикенами, да?
Все у нас хорошо, все тип-топ. Пиццелицей, давай-ка мы тебя, наверное, два разочка попробуем найти. Одно ДНК нашли, второго нам не дали. Так, и, по-моему, у нас еще очень много обычного такого вот сыра, который мы должны вот здесь вот в испытании. Так, 34 штуки. Кого нам здесь желательно бы поискать? Кого? Я даже не знаю. Ну, давай вот здесь посмотрим. Что-то не особо хочется. Во, вот здесь вот. Здесь, если что, ребята, у нас есть Кунаичи, Микеланджело. В общем, такие нормальные персонажики. Как всегда. Елки-палки, 30 очков. Ладно, хорошо, фиг с ним, пускай будут. Камень Таллик. Кружка какая-то. Да что же вы делаете? Да ну. Все, ребят, гейм овер, приплыли. Больше мы ничего не сможем с вами. Нет, вот здесь мы еще можем. Вот, лучше здесь попробовать. Вот так вот. Ну, по крайней мере, все потратили. Все разыграли, все отыграли, все, что могли. Ну что, дорогие мои друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть. Удачи вам и до новых скорых видосиков.